Привет, привет, привет! Вы на канале Валекса, и давайте смотреть ответ на такой вопрос. Упали у меня карты. Секунду. Ответ на такой вопрос: какая дверь перед тобой скоро откроется? Сосредоточься. Какая дверь? Расклад общий. Какая дверь перед тобой скоро откроется? Но ты, твое подсознание, можете взять все, что близко, все, что подходит. Итак, какая дверь перед тобой скоро откроется? Сфера. Да, сначала смотрим сферу. Так, это сфера волшебства, колдовства, магии, эзотерики и так далее. Могут меня смотреть даже и люди, которые обладают хорошей интуицией, скрытым даром предвидения, да, ведьмочки и колдуны. То есть сфера волшебства, сфера магии, сфера творения своей реальности – это очень крутая сфера. Так, как ты об этом узнаешь? Давай посмотрим. Угу. Смотри. По семерке пентаклей, если ты будешь проявлять упорство, в первую очередь у тебя будет скачок в финансовой сфере. Да? То есть здесь самое главное, вот по этой карте, не допускать каких-то низких вибраций, каких-то разочарований связанных. Я не смогу, у меня не получится, деньги зло или что-то вот в этом роде. Тут важно быть на позитиве, важно осознавать и верить в себя, что все получится. И самое главное, знать, чего ты хочешь. А чего ты хочешь? Ты хочешь победы в каком-то деле. Может быть, это проект, может быть, это отношения, может быть, это действительно рабочая какая-то сфера. Неважно, неважно, у каждого свое. Ты хочешь, у тебя есть желание одержать победу прям вот каким-то волшебным образом, да, в каком-то деле. Одержишь? А, ну, тут сфера любви, да, либо взаимодействия с кем-то. Ну, в первую очередь, конечно, просматривается любовь по карте влюбленная, да. Либо может просматриваться непосредственно какой-то рабочий вопрос, где вы с кем-то взаимодействуете, может быть, очень плотно, в какой-то, может быть, с начальником обсуждаете какую-то тему, да. Если это все-таки тема любви, то та победа, хоть я всегда и говорю, что нет в любви победителей и проигравших, да, та победа, которая в твоем понимании реально тебе нужна, и реально ты хочешь ее получить, ты ее получишь. Ты ее получишь. Но через какую-то трансформацию, через какое-то разрушение по карте башня. То есть сначала для того, чтобы построить что-то новое, да, чтобы стать победителем, придется разрушить что-то старое. Осознать свою ценность, либо ценность той ситуации, которая послужила уроком, которая легла в основу вот того волшебства, которое тебе нужно творить. Итак, давай достанем заключительную карту. Угу. Ну, все-таки разговор о мужчине. Наверное, смотрят девочки, разговор о мужчине. Или если смотрят меня мальчики, то разговор о взаимодействии с каким-то мужчиной. А может быть, это соперник, может быть, начальник, может быть, друг. У каждого свое. Итак, во-первых, нужно поднять самооценку. Во-вторых, если что-то в этой ситуации разрушено, надо понять и принять тот момент, что это не навсегда. Все течет, все меняется в нашей жизни. Поэтому победа обязательно будет за вами, если вы не будете разочаровываться в себе, в людях и вообще, вообще в жизни, вы понимаете? Потому что мы творим свою реальность, мы идем вперед на тех энергиях, которые творим в своей голове.